конкурс «Мини-Мисс Интербриллиант Уорлд» проходит у перадкалядный период у Европе и является часткой международного детячего фестиваля «Скарб нации». Все лето мероприемство проходило у Чехии. У им примала удел 21 юная модель. Наша Соня Старовойтова не только отримала гран-при, але и стала лепшей в номинациях «Калядный анел» и «Талент». Переможца привезла с собой корону ручной працы с чешского кришталю, узнагородную стужку и именные дипломы. Мне вручили 3 короны. Мне дали корону от директора моды в Чехии. Она не такая большая, шикарная. Там была очень дружная атмосфера, все дружили, все общались, было очень интересно. Никаких как бы таких конкуренции не было. Софья отримала право представлять нашу краину у Чехии после кастингу и перемоги на фотоконкурсе в Беларуси. До своего выступления девчонка рыхтовалася долго и упарта. У конкурсанток было 7 выходов, и на каждый распрацовывался свой уникальный образ. Дизайн уборов придумывали у Гомеля, причем сама Софья принимала активный удел. Мама, соответственно, занималась костюмами, дочь принимала активное участие, главное участие, разрабатывала дизайн, шили в Гомеле здесь, ездили на примерки, это все в течение месяца, покупали ткани, заказывали с Минска, потому что, ну, все серьезно, серьезный конкурс, все детки были абсолютно подготовлены, у всех были разные интересные наряды, ну, вот наши, получается, были самые, видимо, интересные, понравились им, пришлись по вкусу. Да помогали Софье рыхтоваться и у модельном агентстве, где девчонка занимается уже 3 года. Ставили дефиле для каждого выхода по европейских стандартах, а наставник по вокале рыхтовала творчий номер – песню на белорусской мове, за якую Софья отримала особный диплом. Як отзначают выкладчики, юная модель – одна из самых активных у школе. Постоянно принимая удел у конкурсах и телепроектах, серед яких и юная телезорка, организованная телерадиокомпанией «Гомель» и управлением эдукации. Софья такая девочка-модель с опытом уже большим, колоссальным, с самого детства. Софья очень артистичная, она и поет, и танцует. И, в принципе, вот эти все свои навыки, не только навыки дефиле, но и творческие свои вот эти способности, она показывала на конкурсе в Чехии. Ганна Корольчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».